Приветики, с вами вновь Иван, и сегодня у меня необычный эксперимент. Первый на моем канале в таком роде. Я возьму один известный риф, если вы узнали, что это за риф, пожалуйста, напишите мне в комментариях на YouTube, и буду его играть в разных размерах, переделаю под разные нестандартные, необычные, нечетные музыкальные размеры. Если вы не знаете, что такое музыкальный размер, у меня уже было пара видео на канале, им посвященным. Особенно рекомендую посмотреть про 3/4 видео, чтобы понимать, что же вообще здесь происходит. А в руках у меня гитара. Инспектор Бандит. Обзор ее есть на канале. Включена она проводом Humble Bee в звуковую карту Tascam US на 4x4, где наложен плагин, мой любимый Bias Amp, эмуляция 5150. И играю я медиатором Dolman Custom Guitar Pick. Ну что ж, хватит рассуждений, поехали! Вот такая штука у меня получилась. Некоторые размеры, по-моему, прозвучали даже поинтереснее оригинала. Для меня это был интересный опыт в переделывании рифов. Оказывается, столько возможностей открывается, когда начинаешь вдумчиво пользоваться MIDI-редактором. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях на YouTube. Поставьте понравку этому видео. Ну а с вами был Иван. На моем YouTube-канале есть еще множество видео, посвященных электрогитаре и музыке в целом. Смотрите меня и пока!